Доброе утро. У нас 6 утра. Среда. Я собираюсь на работу. Разбудила сейчас. Дочка уже одета. Сейчас пойду мальчишек будить и собираться. Приготовила им завтрак. Вот, приготовила им завтрак. Вот здесь. Вот, сэндвич. Завернула, положила. И чай. А это им надо отдать в школу. Туда, где они учатся, приносили они. Там что-то готовят и приносили пустые банки. Туда вернуть надо. Вот наш. Вчера не убиралась. Сын учится заочно. Ну как, онлайн. И чтобы не шуметь, вот не убиралась. Надо сегодня пылесосить. Блин, тапих грязный. Добрый день. У меня я опять готовлю обед. Ой. Сейчас обед. В общем, вот такую курицу, помните, я вам показывала ведерко, я брала ведерко вот такое вот, вот с курицей. У меня их было два. Это я одно помыла, одно вот не стоит. Вот такое вот было. Вот такое, такое ведерко было для этого. Вот написано курица, куриные крылышки, разделенные. Гвёрдс, как оно, и свежие, и маринованные. Вот. И вот они у меня остались, я их сейчас залью шлагзаном. Попробую сейчас открыть шлагзан, чтобы не разлить, и залить вам показать. Вот. Шлагзан вот такими сливками залью, вот шлагзан у нас. Сейчас покажу пачку. Так, вот такой вот шлагзан. Вот он. За сливки. Натуральные сливки. Как они называются. Картошку я вот уже поставила. Хочу картофельное пюре сделать. И картошку. В общем, сейчас я залью три сюда. Вот так вот ее. Так. И еще сейчас одну залью. И у нас это будет соус. Оно все прокипит в нем. И получится вкусный соус картошки как раз. О, видите, как хорошо получается, да? Красиво. И зашли, сегодня заехали, закупались и купили вот по весу по килограмму. Килограммные две пачки взяла. Спагетти вот такие вот, спагетти. Хорошо, я сейчас их на место уберу. И муж меня курицу не ест. Мужа зовут Антон, а сына зовут Антон. Так вот, Антон, муж не ест курицу. Это я взяла ему утку. Она уже маринованная утка. Прям вот этих. Сейчас поставлю ее в духовку. Этот, плохо обработана. Но шкурку он все равно снимет. Поэтому она уже маринованная. Потом ее на кусочки порежем. И кто-то еще поест из нас. Кто-то нет. В общем, вот так, вот так вот у нас сегодня. И хочу сейчас помыть микроволновку. А то она вся, мне сын ее уделал. Что ужасно. Он здесь разогревает. Вон. Не страшно показать. Вон какая. Сейчас я ее буду мыть. Пока все варится, надо убраться, помыть. Спагетти я вот в такой храню. Большой. Упаковки, вот она вот такая вот. Вот. Она так не прятана, не знаю, даже спагетти очень хорошо. Так, вот раз одна упаковка. И вторая была. Как раз. Вот и все. И вот у меня опять полно 2 килограмма спагетти. Вот так вот. Все, картошка уже начинает вариться. Закипает. Это в духовке стоит. Все, поставила курицу и утку. Все, сейчас буду, пока это варится, буду духовку мыть. И потом какой-нибудь салат делать. Ой, не духовку, микроволновку мыть, и потом какой-нибудь салат сделаю. Помыла я микроволновку внутри. Вот такая она была какая-то. Это уже что-то поцарапано, не знаю, что. Здесь у меня сын командует. Он всегда все разогревает, вечером кушает, всю ночь сидит. 28 лет ему. С работы вечером придет, и ему на работу-то в 5 вечера. Он и
сидит долго. Вот я помыла ее всю. А здесь потом надо... Картошка закипает у меня. А на улице сегодня красота. Солнышко вон какое. Небо голубое. Красота. Какая вон. Красиво как получается. Небо. У нас вечер, 7:30 где-то, так вечера примерно, да, 7:30. Я довязала свой носок, наконец-то. Один довязала, надо второй начинать. Все, не хочу, никак не могу начать второй носок. Там, где я всегда вяжу, у меня там сейчас муж сидит постоянно на больничном дома, а освещение мне главное надо. У нас в понедельник, по-моему. Не, в пятницу. В пятницу я пришла на работу, меня не пускают в дверь. Не поняла. А я работаю в доме престарелых, я там говорила в видео. Смотрю, читаю вывеску на карантине. Закрыли на карантин. Ну, я пошла домой. Вернее, как, я не пошла домой. Дождалась коллег. Дошли с другого хода. Теперь звонит мне... Это, ну, не мне, а нам звонит наша шефиня, говорит, раз на карантине, идите домой. Я только домой доехала. Это, нет, это было в понедельник. Пятницу, по-моему. В общем, я только домой доехала. Звонит она опять шефиня, давай быстро назад. Надо работать. Ну что, вернулась назад. Вернулась назад и вот работаем на карантине, а что делать? Нам надо работать. Ну, я уже в прошлом ролике говорила, что сдавали тест все на ковид, но все нормально, негатив. Так что продолжаем работать дальше. Завтра на работу. Всем хорошего вечера и пока-пока.